Искам да споделя, че хвалението днес за мен беше особено. И каждое слово гимна, оно как-то отвлекалось в сердце. И всяка дума от песните... В душе. И хотелось... Да. И всяка дума в песните имаше отклик в моята душа. И хотела сказать, да, Господь, ты велик, да, Господь, ты славен. Искам да кажа, че Господ е славен, велик. Мы славим всем сердцем, всей душой. С целой душой славим нашего Господа и Спасителя. И вярваме в теб, като Господ Спасител. И сегодня хотел поблагодарить группу прославления. Искам да благодаря на группата на хвалението. Очень благословенно. Спасибо вам, братья и сестры. Това беше много благословенно. Благодаря ви много. Я приехал из Нижнего Новгорода с моей супругой. Мы с ней вместе... С супругата ми дойдохме от Нижний Новгород. Заедно сме 40 години. Да. 20. Я ее люблю очень. Много я обичам. Мы 25 лет уже идем за Господом. 25 години вървим зад Господ. Мы встретились с Господом Иисусом Христом 25 лет назад. Срещнахме се с Господ Иисус Христос преди 25 години. Вместе идем вот по жизни и служим в церкви. И служим в Баптистской церкви. В Нижнем Новгороде. В Нижний Новгород. Город наш старинный. Нашия град е старинен. В этом году было... 800 лет. 800. И тази година този град стана на 800 години. Он находится 400 километров от Москвы. Той се намира 400 километра от Москва. На слияние двух рек. Слияние двух рек. На слиянието на две реки. Ака впадает в большую реку Волга. И Ака впада в голяма река Волга. В России. Една от най-големите реки в Русия. И по обеим сторонам этих рек сполагается город. И от этой стороны на тези реки има град. В нем около 2 миллионов человек. Има 2 миллиона хора там. И история движения евангельских христиан тоже длительная уже. И история на движението на евангельских христиан е дълга. Начало служение 140 лет назад. И първата църква започна своето служение 140 години. И мы в этой церкви вот уже уверовали и в тази църква повярвахме. 15 лет служили. И 15 години служихме там. А сейчас мы служим в новой церкви тоже баптистской. А сега служим в нова баптистская церковь, тя е млада. Ей 10 лет. Тя е на 10 години. И там такой хороший возраст. И мог бы возраст сестер. Там на братья и сестры. Я там самый пожилой. А сам наивозрастнее там. Мне 63 года. А сам на 63 години. Я уже являюсь старейшином. И вече сам старейшина. Слава Богу. Слава на Бога. Но я не сдаюсь. Но не се предавам. И до нас были наши дети в вашей церкви. Это Олег, Наташа. Преди нашите деца бяха във вашата църква, Олег и Наташа. Мы служим вместе. Служим заедно в църквата. Наши внуки. Нашите внуци. Машенька, Олежек. Маша и Олег. В школе воскресной. Те бяха в воскресната школа. Слава Богу, что вот мы можем, где бы мы ни находились, найти. Слава на Бога, че където да се намираме, може да намерим Божий народ. И вместе поклоняться. И заедно да се покланяме. Иисусу Христу. На Иисус Христос. Которому мы верим. Нашему Спасителю. В който вярваме. Аминь. И знаете, вот сегодня в гимне «Будь храбра, душа, и стой в гимна, буди до конца, храбра, душа, и стой до края». Господь, Он рядом. Он и рядом. Господь и аминь. Тук. Он всегда рядом. Винаги до нас. И знаете, сегодня я хотел поделиться Словом Божиим. Днеска искам да споделю Словото на Бога. Из книги. От книгата. Которую преображает. Която преобразява. Есть много книг, которые нас поражают. Има много книги, които ни поразяват. Только одна. Но самая одна, която преобразява. И тема моего сегодняшнего духовного размышления, и темата на духовното ми размышление е встреча с Иисусом Христом. Встреча с Иисус Христос. Возможность обретения жизни. Возможность за придобиване на живот. Знаете, вот тема встречи, она одна из ключевых тем Библии. И темата на среща е една от ключевите теми в Библията. Христос пришел на землю как Сын Божий. Христос дойде на земята като Божий Син. Принял человеческую плоть. Взел человеческую плоть. Чтобы показать, да что покаже, Бог рядом. Че Бог е до теб. Что человек ценен для Бога. Че човек е ценен за Бога. Он готов дать ему жизнь. Той готов да даде живота си за него. И в 14 главе Евангелия от Иоанна. И в 14 глава. Когда Иисус встречался. Иоанн, своими учениками Филиппом, когда Иисус встретился с учениците си Филипп и Фома, они у него спрашивали, те го питат, Господь, Господь, мы не знаем путь к Богу, Господи, ние не знаем путя до Бога. И вот он говорит такие слова, да? И той казва такива вечные думи. Слова евангельские. Я есть путь, истина, истина и жизнь и живот.
Это очень главное, это очень сильные слова Иисуса, которые дают нам надежду. Кое-то не дала надежда. Я хотел сегодня говорить о еще об одной встрече. Искам да говорим днес за още една среща. Встреча Иисуса Христа. Среща на Иисус Христос. Со слепым Вартимеем. Эта история написана в двух Евангелиях. Та история написана в двете Евангелия. Евангелие от Марка в главе 10. Евангелие от Марка в 10 глава. И в главе 18 Евангелие от Луки. И в 18 глава от Лука. Стихи 35 по 43. От 35 до 43 стих. Я прочитаю этот текст. Переводить на дальнем. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыню. И, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое. Ему сказали, это Иисус Назарей идет. Тогда он закричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Шедшие впереди заставляли его молчать. Но он еще громче кричал. Сын Давидов, помилуй меня. Иисус, остановившись, велел привести его к себе, и когда тот подошел к нему, спросил его, чего ты хочешь от меня? Он сказал, Господи, чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему, прозри, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за ним, славе Бога, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Аминь. Любая притча евангельская. А всякая притча от Евангелия. Реальный рассказ о жизни Спасителя Христа. И реальный рассказ от живота Спасителя. Всегда говорит нам не только о прошлом. Винаги не казва не само за минулото. Но и о нас самих. Но и за нас сегашните. Помогает извлечь уроки для нашей повседневной жизни. Помага да извлечем уроки за наш повседневен живот. Мы видим в этом тексте, что Вартимей слеп. Мы не знаем, постепенно ли погас свет в его очах. Не знаем, дали постепенно започнет да будет слеп. Да. Постепенно ли для него погрузился во мрак привычный, столь любимый мир. И дали, то есть, нали, дали спрял да вижда света постепенно. Или он родился слепым. Или той се родил слеп. Одно ясно. Одно то ясно. Взрослый человек сидит придорожной пыли. Возрастен человек. И просит подаяние. Сиди на пути и иска подаяние. Каждый день он приходит к воротам большого торгового города. И всякий день идва к вратите на голям торговский град. И ощущает, что вокруг него кипит жизнь. И усеща, че около него кипит животот. А его могут не заметить. Но и него могут да не го забелязат. Он находится как бы у обочины жизни. То есть на мира около живота. И его жизнь зависит от других людей. И живота ему зависит от других хора. Тех, кто давал ему милостыни на пропитание. Които му даваха милостыни за храна. И первое, что я хотел бы отметить в этом евангельском тексте. И первое, което бих искал да отбележа. Это образ человека. Това е образът на човека. Сидящего у дороги. Който седи до пътя. И просящего милостыню. И молики милостыню. Это может быть и наш образ. Това може да е нашия образ също. Можно всю жизнь просидеть у дороги. Може цял живот и да никто не обратит на тебя внимания. Сидишь на пути и никой няма да те забележи. Равнодушие присуще этому миру. Защото хората са доста равнодушни в този свят. Прохожий может быть также слеп, и как нищий у дороги. И минаващите също могут да са слепи. И его слепота, возможно, страшнее. И может быть, тяхната слепота е по-страшна. Потому что слепота сердца. Защото това е слепота на сърцето. Человеку чуждо братство людей. И на човека е чуждо братството на хората. И первый вывод такой, что можно всю свою жизнь выстраивать в зависимости от других людей. И първия извод е, че може цял живот да построяваш живота си в зависимост от живота на другите хора. От их положения в обществе. От тяхното положение в обществото. Или даже, может быть, в зависимости от твоих близких. Может быть, в зависимости от твоих близких. От их материального достатка. От тех материальных достаток. Но Евангелие говорит, что так делать нельзя. Но Евангелие показывает, что не можешь да справиться. Почему? Не можешь да справиться така. Потому что те люди. За что-то хората. Они не вечны. Те не са вечни.
А в произведении Булгакова, русского писателя, в произведении на Булгаков «Мастер и Маргарита» есть такие слова. И мы такие вот думаем. Беда не в том, что человек смертен. Лошто не в том, что человек смертен. А беда в том, что он внезапно смертен. Лошто, что внезапно смертен. То есть они не вечные. Отношение их к тебе тоже не вечно. И отношение-то на хората к тебе също не са вечно. И наше хорошее отношение к ним тоже не вечно. И наше доброе отношение к тебе също не вечно. Вернемся к нашему тексту евангельскому. И Вертимей ощущал эту неполноценность в своей жизни. Вертимей усещал эту неполноценность в свой живот. В отчаянии, слепоте он сидел так много лет. Много години сидел такая на пути. Много толп народа проходило мимо него каждый день. Много толпи хората саминавали покрай него. И Вартимей, очевидно, уже привык к этим звукам и движениям. И Вартимей, сигурно, вече свикнул к этим звукам и движениям. У слепых людей обостренный слух. Слепите хора имат много добр слух. Они воспринимают жизнь через слух. Те воспринимают живота через слуха. И в какой-то из дней прошла особая толпа. И в один из дней те именовала особенная толпа. В ней слепой услышал. И слепый человек и чул. Почувствовал. То я почувствовал. Нечто иное. Нечто другое. Что он слышал обычно ранее. Нечто по-различному от того, кое-то чего упреди. Толпа вдруг стала как бы цельнее. И толпа-то започнула да и подтяла. Не разрозненнее. Не разобщенная. Да, беше не отделно всеки един человек, а толпа-то беше заедно. Все внимание было сконцентрировано на Иисусе. И цялото внимание на толпа-то беше концентрировано върху Иисус. И Вартимей спрашивает. И Вартимей пита. В стихе 36. В 36 стих. Что это такое? Какво е това? Ему говорят. Ему казват, че това е Исус. И он тогда он закричал. Тогава той започва да вика. Исус. Исус. Сын Давидов. Син на Давид. Помилуй меня. Помилуй меня. Второе, что хотелось бы отметить в этом тексте евангельском. И второе, което искам да отбележа. Человек сам никогда не придет к Богу. Човек няма если однажды да дойде сам при Бог. Не услышит о нем. Ако изведнъж не чуе за него. Или не увидит веру в другом человеке. Или ако не види вярата в друг човек. Аминь. И знаете, здесь я хотел, меня просил ваш пастор сказать свое свидетельство. Искам да кажа моето свидетелство. В той встрече, которая произошла 25 лет назад. Тази встреча, която се случила преди 25 години. Это был 1997 год. Това беше 1997 година. Было непростое время в России. Беше много непросто время в России. Та страна, где я родился, Советский Союз распался. Когато Советский Союз се разпадна. И мы начали заново жить. И започнахме да живеем по друг начин. И я подрабатывал для своей семьи. Я заработал за моето семейство. Перегонял машины иностранного производства. Откарвал, тогда откарвал еще не было, колите не было больших салонов, производството, не было машин. Такава нямаше големи салони с коли. У меня были знакомые моряки. Имах познати моряци. Я закончил институт кораблестроительный первый. И первый институт, който завършил, беше строителен. И у них была льготная таможенная пошлина. Они были дешевле. И имаха таможенная пошлина, налог меньше был. Данниците са били помалки, митнически. В городе Санкт-Петербурге жил мой друг. И в Санкт-Петербурге живел мой друг, мой приятел. Я с удовольствием приезжал в этот город. И с удовольствием ходил в тот город. В его семью. В неговото семейство. Я приехал в этот раз. И дойдох в... И может быть так же, как Вартимей. И като Вартимей. Почувствовал что-то необычное. И усетих нечто необыкновенное на този път. Потому что мне говорили об Иисусе. За что-то мне говориха за Иисус. Знаете, до этого момента, преди този момент, несколько лет назад, преди 10 години, я потерял отца. Загубих своя баща. Ему было 54 года. Той беше на 54 години. Он ушел из жизни на моих руках. И той заминал този живот на моите ръце. Он был сильным, добрым человеком. Той беше силен, добър човек. Много лет служил в военно-морском флоте. И много години служил в военно-морский флот. Но он заболел. Но той се е разболял. Онкология, рак, последняя стадия. На последняя стадия на рак. Я его много возил по врачам. И много го водих по лекарите. Но те ничто не са могли да направят. И мы с ним остались, когда я уже привез его из больницы одни дома. И когато го закарах от болница вкъщи, останахме двамата. И он мне сказал, сын. И той ми каза, сине. Я, наверное, умру. Май ще умра.
Я ничего не мог ему сказать. А с нюшты не можешь дому кажа? Я не знал Господа. Не знаю Господа. Только слезы задавили горло. Саму и это может, была доплачу. Безысходность. И тва беше безысходность. Когда он ушел, когато той у меня была депрессия. Имах депрессия. Я не мог понять. Не можешь да разбера. Зачем ты на жизнь? За какво е нужен живот? Приходим в этот жизнь? За что идвам в този живот? Но я понял одно. Но аз разбрах одно. Отца, моего отца, доброго, хорошего человека, никогда со мной больше не будет. И разбрах, че мой отец вече няма да е с мен, мой добър баща. И когда я услышал об Иисусе, и когато чух за Иисус, что Сын Божий пришел, чтобы нам дать жизнь, Син на Бога и душу да не даде живот, не творил смерти, че Бог не создавал смерти, это было для меня очень важно. Това за мен беше много важно. На следующий день, утром, ден, 6 часов утра, в 6 утра, я должен был машину перегонять в Нижний Новгород. Трябваше да закарам една кола в Нижний Новгород. И тогда в семье моего друга, его жена, и тогава сказал, давай я помолю приятел, за твой путь. Тя каза, тя предложи да се помоли за моя път. Это тоже было необычно. Това също беше необикновено. Никогда в моей жизни никто за меня не молился. Никога никой не се молил за мен в моя живот. Она сказала простые слова. И тя каза прости чтобы думи. Чтобы Господь меня в пути хранил. Бог да ме пази в пути. Чтобы я доехал в целости и сохранности к своей семье. Да стигна до моето семейство в... И чтобы Господь был со мной. И Господь да е с мен. Это было очень необычно. Това беше необикновено. Я сел в машину. В 6 часов утра. Седнах в городе Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербург. Мне дали кассеты. Дадоха ми касети. С такими же хорошими гимнами, как вы сегодня пели. С такива песни, които бяхте днеска. И я поехал мой путь. И от Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода составляет... От Санкт-Петербурга до Нижний Новгород. Примерно 800 километров. 800 километров. Я поставил кассеты. Пуснах тези кассети. И стал слушать. И започнах да слушам. И знаете, там были очень... Такие же тоже хорошие гимны. Там също имаше такива хубави химни за Исус. Про Голгофу. За Голгота. Что он умер за мои грехи. Че той е починал за моите грехове. Что он хочет меня встретить в своей жизни, в моей жизни. Че той иска да ме посрещне в мой живот. И дать нам, и дать мне что-то необычное, цельное, настоящее. И да ме даде нечто необикновенно, нечто истинско. Я вставлял кассеты. И я спусках тези кассети, слушал ги и потувах. И знаете, я очнулся. Събудихся. Когда... По-настоящему, когда въезжал в свой город. И наистина се събудих, когато стигнах моя град. Я посмотрел на часы. Погледнах часовника. Время было 18 часов. Беше 18 часов. Я доехал за 12 часов. И стигнал за 12 часов. Это не было никогда в моей практике. Това никога не се случвало. Потому что на обычном пути останавливали полиция. За что-то обыкновенно полиция. Потому что тогда иномарки, машины были, наверное, просто была редкость. За что-то тези коли са били от други държави. Транзитные номера. Проверяли документы. И полицията те са проверявали номерата, документите. Но в этот раз. Но този път. Я никто не остановил. Никой не ме изпрял. Я ехал, разговаривал. Пътувах и разговарях. Я задавал себе вопросы. Задавах себе вопросы. И как будто слышал ответы. И все едно чувах отговори. Как будто рядом со мной был кто-то. Все едно някой беше до мен. Я не понимал, что это. Не разбирах какво е това. Но это было для меня необычно. Но това беше необикновено за мен. Я приехал домой. Стигнах къщи. И сказал своей жене. Казах на жена си. Где у нас Библия? Где я хочу Библия все знать об Иисусе. Искам да знам всичко за Иисус. Ну, жена мне сказала, что у нас есть Библия. Жена ми каза, че имаме Библия. В ее родне. В семейството и. По ее линии, по его отца. По линията на баща и. Это линия священников. Това е линията на священици. И старообрядческой церкви. От есть православная церкви. Более как бы, ну что ли, древние церкви, от древните церкви. Старообрядческая. У них свои храмы. Ты имаха свои храмови. Они по-своему немножко служат. По свой начин служат. И считают, что их религии более правильные. И смятают, че тяхното служение по правилам. Поэтому была Библия. И за това имахме Библия. А следующий день был воскресенье. Я встал рано утром. И една неделя събудих рано сутринта и казах на жена си, че ще ходя. В какую церковь? На църква, но не знаех каква. Я не знаю. Мне дали адрес. Дадоха ми адрес. Она называется Баптистская. Тя се нарича Баптистка. Я не знаю, что такое церковь. Не знам какво, а там, как, в Иисусе. Каква е тази църква. Хочу сегодня услышать. Но искам да чуя всичко за Иисус. Я приехал раньше. Стигнах мне порано. Посмотреть, исках да погледна. Кто приходит в церковь. Кой идва на църква. Я стоял, смотрел. Аз стоях, гледах. Был большой храм. Беше голям храм. И много-много людей шло. И много хора са идвали на службата. Люди были разные, разных хората возрастов. Бяха различни. Молодые, пожилые. Млади, стари. Мужчины, женщины. Мъже, жени. Шли с семьями.
отцы семейства. Всех лица были открыты и радостные. И лица там насечки были радостные. Я не разберу, за что все радуют. И вдруг в этой толпе я увидел одного человека. Видях один человек. Это мой был преподаватель в институте. Это был мой преподаватель в институте. Он был профессором. Ты был профессор. Доктором технических наук. Доктор на технические науки. И свою дипломную работу. И свою это дипломную работу. Я писал у него. Я списал при него. Он дал рецензии, составлял. Отзыв. То есть все, что направил, написал отзыв. То есть мы были с ним несколько лет вместе. Несколько дней ребята меня. Заедно. То мы познал. Я его узнал. Я с губу знал. Он меня спросил: Сергей, что ты здесь делаешь? И ты меня питал, какой правил штук? Я говорю: я пока не знаю. Я сказал, чего ж ты не знам. А что вы здесь делаете? А спитал, вы какого правил тук, профессор? Я иду в церковь. И ты оказываешь, у тебя на церковь. Я верю в Иисуса. Веруем в Иисус. Мои родители верили в Иисуса. И мои родители веровали в Иисус. Бабушка и дедушка верили в Иисуса. И мой ты баба и дядуса верили в Иисуса. И я верил в Иисус от детства туси. Это не помешало ему закончить школу с золотой медалью. То он ему попречил, да завершил училище со золотой медалью. И институт со червоным дипломом. Получить степень доктора наук, профессора. Да получить степень доктора наук. Самого молодого на нашем факультете. Той был наимолодший профессор в нашем факультете. И он говорит: не бойся, пойдем со мной. И той казва: не се страхувай, лас мен. И всегда я говорю: как ты пришел к Иисусу? Я говорю, что я пришел из города Санкт-Петербурга, а вел меня на порог церкви мой профессор, и когато, мой преподаватель. И когато меня питают, как дойдох при Иисус, а сказывам, че от Санкт-Петербург, и в первый раз я был на служении и профессор меня доведе в церквата. Было очень много народа. На службата имаше много хора. Все люди встречались, обнимали друг друга. Всички хора срещаха, пригрыштаха се. Но самое главное, они радовались встрече с Иисусом. Но наиважно, что ты се радваха на срещата с Иисусом. В баптистских церквях, больших, церкви в големите, есть большие хора. Ну, хора. Има, има голям хор. Там 30-40, 30-40 человек, какой-то пеет. И когда они поют, и когда ты пеет, это накрывает. Твое много силно. И при этом вся церковь поет. И при этом, что и целая церковь пеет. Это было для меня необычно. Това беше необикновено за мен. Я приехал домой и сказал жене. Это было, прибирахся вкъщи, это было на для женами. Меня очень близко, очень сердце мое всегда откликалось на слова, которые говорили там. И в сердцето ми имаше отклик на всички поедем думи, които пееха в тези песни. И аз се поканих другия път да отидем заедно в църквата. Я подожду. Может быть, это пройдет. Она, может, подумала так. Но тя каза, че ще почака. Может быть, това ще мине. Она не поехала за мной в следующее воскресенье. И тя не отиде с мен другата неделя. Когда увидела, что я читаю Библию. И когда тебя видят, что это Библия, все по-настоящему, что всичко наистина и серьезно. А нам было тогда немногих, еще не было 40 лет. Тогава още бяхме преди 40 години. И она поехала со мной. И тя отиде с мен. В следующее воскресенье. На следващая неделя. И после мы не случались. И след това вече продолжихме да ходим всеки път. Да, слава Богу. Слава на Бога. Поэтому, когда мы говорим об Иисусе. Затова, когато говорим за Иисус. Это важно. Твое много важно. Наша жизнь с Иисусом. Наше живот с Иисусом важен. Мы являемся свидетелями Иисуса здесь. Ние на земле. Мы свидетели на Иисус на тази земля. И Он с нами. И то есть нас. Во все дни жизни нашей. Во всичките наши дни. Дальше мы читаем по тексту. Вартимей кричал: Иисус, сын Давида, помилуй меня. Вартимей. Он понимал, ощущал, что Иисус, Он сейчас рядом. Он может пройти. То есть усетил, что Иисус и близу. И тогда он, может быть, никогда с ним не встретится. И то, чем может никогда быть, не может, повече никуда да, не встретится. Случай, то и да и близу. Ему надоел такая жизнь. И на него равнодушие этой жизни. Живот. Равнодушие он начал кричать о помощи. То есть започнал да за помощь. Только из глубины долголетнего, беспросветного отчаяния. Така както викат от дълбочината на многогодишното отчаяние. Ну, в Вартимее были люди как бы благочестивые. Как бы благочестивые. Религиозные, можно сказать, да? А они заставляли его замолчать. И хората, които са били благочестиви, те караха той да замолчи. Молчи, как ты можешь говорить о своей слепоте, и о своей нужде? Ты ему казва, как можешь говорить за свою нужду? О чем-то земном. За нечто земное. Когда Спаситель мира
Говорит о Спасителе на святом. Говорит о вечной жизни. Говорит за вечный живот. Раскрывает тайны Царствия Божие. И раскрывает тайны Царствия Божие. Рассказывает за тайны на Божьего Царства. Но Вартимей был все равно. Но Вартимей не что ему говорят другие. Этого, как вы мыслят другие. Он понимал. То разбираешь. Только сейчас. Само сега. Можно что-то изменить. Может применить нечто в свой живот. Когда рядом Христос. Готов Христос и до него. И третье, что я хотел бы отметить и в этом тексте. И третье, что я хотел бы отметить в тексте. Не заостряй внимание на людях, на людях, на их не словах. Не концентрируй внимание на себе, хората, на техните думи. Смотри на Бога. Глядай на Бог. Слушай Бога. Слушай Го. И делай то, что и, нужно тебе. И прави това, което трябва ти да правиш, за да промениш свой живот. Чтобы встретить Иисуса. За да срещнеш Иисус. Знаете, я скажу еще маленькое свидетельство, да? Ще ти кажа малко свидетелство още. Был также в нашей жизни, когда мы жили просто как все. Когато живеехме както останалите, не знаехме Исус, всичко беше наред. Но когда мы обратились, но когато, и встретили Исуса, срещнахме Исус, все наши родные и близкие, всичките наши роднини, заволновались, започнаха да се тревожат. И стали говорить. Започнаха да казват. Знаете, у вас это не наша вера. Это не наша вера. Че това не е нашата вяра. Куда вы идете? Куда идете? А мы, когда обратились с женой, у нас был такой, такой был обед, что каждую субботу. И женами имахме обед. Мы посещали своих родных и близких. Че всяка суббота посещавахме своите родни. И говорили об Иисусе. И им говорихме за Иисус. И для них это было необычно. И за тях това беше необикновенно. Мы не говорили никогда столько лет. За что-то толкова години субботу, не говорихме за това. Говорили. А сега всяка суббота започнахме да говорим за Иисус на тях. И когда мы сказали, что мы готовимся принять завет Святой Водной Крещения, когато казахме, че искаме да приемем водно крещение, это было 4 июля 1998 года. 4 июля 1998 година. Все сказали, всички казаха, нашите роднини, вы перекрещиваетесь, как это сказать? Перекрещиваетесь. Че се прекрещавате? Потому что в детстве наши родители, нашите родители, наша церковь, но, и как бы крестили. Те са, я объяснял, что это в церквата, не крещение, это благословение над детьми, которым проводим тоже в наших церквях. Да? Мы приносим младенцев в церковь. Но, мы мисля, молимся за них, мы просим ангелохранителей. Молим ангелите. Но они не слышали. Но те не сочували. Но я все равно всех пригласил. Но аз все пак поканих всички. Наше крещение, на потому крещение, что крещение у нас проходит необычно. Защото при нас крещението минава необикновено. Ставятся палатки. А до реката Волга. Мы одеваем белые одежды. Поставятся палатки, обличаме бели дрехи. Наши пасторы одевают одежды небесного цвета. И нашите пастори обличат дрехите на небесния цвят. С полным погружением. Влизаме в водата с пълно, что Сын Божий, мы в него веруем. И също изповядваме, че вярваме в Божий Син Иисус, 4 июля, че Той ни прощава всичките грехове. И на 4 июля времето се променило. Пошла синий дождик. И започна да вали. Я заболел. И аз се разболях. И нужно было ехать на крещение. Трябваше да ходи на крещение. Своих родных и близких. И, но поканих своите родни. Есть такое, не знаю, как в Болгарии, есть, у нас есть такая крестная мама. Да? Есть крестная мама. Имаме в Русия. Это тот человек, майка, который присутствует при моем как бы крещении в младенческом возрасте. Която присутства на крещении на децата. Это была сестра моего отца. Това беше сестрата на моя баща. И она согласилась. Която е по-голяма от него на 15 години, тя се съгласи. Я за ней заехал, а у меня была сильный насморк. Аз я взех от къщи, обаче аз бях, имах хрема. Она села в машину и говорит, ми болеше, что ты пойдешь? Тя седна в колата и пита, и ще отидеш така? Я сказал, даже если камни с неба будут падать. Я сказал, дури камните от небето да падат, все пак ще отида към Исус. Мы приехали, был дождик, пел хор. Пристигнахме, имаше дъжд, хор пееше. Погружение в холодную воду, обратно. И потом потапяне в студена вода. И у нас такое есть, такое есть такая и традиция. И после събърнахме в църквата. Вновь причаемые. Имаме традиция. Преподносят первое причастие. Че тези, които се кръстиха, святые тайны. Че взимат първо причастие, вино и хляб. Мы приехали, дойдохме, и туча рассеялась, посветило солнце. И започна да грее слънце. Моя крестная на меня смотрела такими глазами необычными. Я не понял, почему. Крестная майка глядела я спросил, что такое случилось опять. Учи. Она сказала, а где твой насморк? И тебя мы пита, где твой это хрема? Почему у тебя не слезят твои глаза? А я забыл. Я забрав их. Бог все убрал. Бог всечку примахна. Я говорю, это для свидетельства. Я сказал, что это за свидетельство. Тебе,
родному человеку, она меня воспитывала. Чем я воспитывала те и родный человек за меня? Что я на правильном пути? Че аз съм на правилния път? Иисус со мной. Иисус с мен. Она успокоилась. И тя се успокои. И много-много уже лет прошло. И мина много години. Мы, я сейчас ее, она уже немножко ей 77 лет. Тя вече на 77 години. Я ее опекаю. Ние се грижим за нея. Мы с ней молимся. Молимся с, заедно церковь. С нея. Тя ходи в нашу църква. И нет никаких проблем. Няма никакви проблеми. Поэтому, когда мы идем к Иисусу, и за това, когато отиваме нужно към слушать Иисус, только свое сердце, свою душу, не людей, и идти к Богу. И сам взимаме своето сърце, своята душа и вървим към Бог. Тогава Господь спрял. Когда Вартимей кричал, он подошел, его подвели к Иисусу. И него го докараха до Иисус. И Иисус спрашивает, что ты хочешь от меня? Иисус го пита, какво искаш от мен? Иисус никогда, Бог никогда насильно не может человека себе привлечь. И Иисус никого не может привлечь человек к себе со силой. Он стоит у двери и стучит. Кто откроет, и чука, тому войду и твори, буду вечерять, да? Говорит Евангелие, откровение, да? Той ще влезе, до него ще влезе. Один свидетель Иоанн Златоуст, вы, наверное, знаете его, да? И, христианский мыслитель. Свидетель, он сказал, что когда человек открывает перед Иисусом дверь своего сердца, перед Иисус, вратите на свое сердце, он открывает дверь Царства Божия. И той тваря, вратите на Царство на Бога. Вартимей ничего не мог дать Богу. И Вартимей ничто не мог дать на Бог. Он пришел со своей нуждой, чтобы не прозреть. Той дойде со своей нужда. Прозреть физически, чтобы видеть. То искал да започне да вижда физически. Прозреть, чтобы видеть мир по-иному. Да започне да вижда святы по друг начин. В Евангелии от Марка говорит, что он скинул с себя старую одежду. Евангелие от Марка пишет, что той и махнул свои старые дрехи. Это символ того и той жизни. Твой символ на неговия стар живот. Который он стоял там, до встречи с Иисусом. Той и оставил преди срещата с Иисус. Иисус, видя веру, Вартимей сказал, прозри. И неговата вяра, каза му, вера да прозри, твоя спасла тебя. И вярата те спаси. Вартимей получил, что просил. И Вартимей получил това, което искал. Но пошел за Иисусом. И той тръгна с Иисусом. Это последнее, что хотел бы сказать в иванском тексте. Вартимей переводил это указывающий свет. И Вартимей от превода и този, който показва светлината. Он понимал, что сейчас он получил новое зрение. И той разбрал, че новое видение. Ново зрение, ново виждане. Но где гарантия, что завтра все не изменится в худшую сторону? Но къде има гарантия, че утре няма да се промени това в лоша страна? Я лучше пойду за тем, кто мне это дал. И по-добре ще вървя след този, който ми е дал това изцеление. А что значит идти за Иисусом? Какво означава да вървиш след Иисус? Не все идут. Не всички вървят. Хотя, допустим, наше общество в России пронизано религией. Обаче обществото ни в Русия, например, е пронизано с религия. В нашем городе строится много церквей, в нашия град се строят много православни храмове. И в времена Христа было много, кто просил и получал от Христа исцеление. И во время на Христос се имало много освобождение. Хора, които са молили за исцеление, освобождение и са получавали. Но не все же за ним. Но не всички са вървели след него. 10 прокаженных. От 10 болни. Просили помощи. Те са молили за помощ. Только один вернулся. Но само един се върнал. Богатый юноша просил от Иисуса. Богат момък искал благословение от Бог. Что ему сделал, чтобы получить жизнь вечную? Какво да направи, за да получи вечния живот? Иисус ему сказал. Иисус му каза. Оставь все. Да оставишь всичко. Иди за мной. И да вървиш след мен. И он ушел в печали. И той се разтегувал този момък. Что значит идти за Иисусом? Какво означава да вървиш след Иисус? Значит, менять свое мышление. Да променяш своето мислене. Формировать свое мировоззрение. Да формираш свой светооглед. И принципы на основании слов заповеди Иисуса. И принципите в основа на думите на Иисус. Искать с ним встречи в молитве. Да търсиш среща с него, в молитва, в словото. В Священное Писание. Быть свободным и независимым. Да будешь свободен и независим. От морали и нравственности этого мира. От морала на този свят. Быть верным учеником. И да будешь верен ученик. Исцелителем Иисуса здесь на земле. На Иисус Христос. Замысел Бога, его цель
И замисълът на Бога. И только в том, чтобы дать нам все потребное для жизни. Не само да ни даде всичко нужно за живота. А прежде всего. А най-важно. Чтобы нам дать саму жизнь. Най-важно да ни даде самия живот. И жизнь вечную. Вечен живот. Дать нам новые глаза. Да ни даде нови очи. Новое видение. Ново виждане. Слава Богу. Слава на Бога. Знаете, когда я с Иисусом. Между другим, то когда сам с Иисус. Я смотрел свою жену. Глядом на мою эту жена. Недавно время было, мы же были вместе 16 лет. За одну тугава бяхме 16 години. И сказал, вау. Я сказал, вау. Эта женщина дал мне Бог. Я ее очень люблю. Тази жена сам получила от Бога. И сказал, аз много я обичам. Как ты меня терпела такого 16 лет? Я си питах, как си ме терпяла тези 16 години. Сейчас мы с ними вместе 25 лет, слава Богу. А сейчас мы 25 лет не знаем. И у нас есть обет не разлучаться друг от друга никогда. Обет. Я прихожу в эту жизнь и мечтаю о многом. А с влезом в тот живот и но мечтаю за много нечто. Не все так складывается, как хотелось бы. И не всичко се получава така, както ми се иска. Нет таких возможностей. Няма возможности. И со смертью ничего не сделаешь. И со смертью не можешь да направишь ничто. Но Бог есть. Но Бог го има. И он ждет. И той ты чака. Нужно искать его. Треба да го търсишь. И идти к Богу. И да вървиш към него. Он над всем. Той и во всем. Над всичко и во всичко. Не сиди на обочине жизни. Не сиди на... И не строй свою жизнь в зависимости от людей. Не построявай живота си в зависимости от хората. Которые смертны, как и ты. Които са смъртни, като теб. Кричи. И сама жизнь придет к тебе. Търси и самия живот ще дойде при теб. Аминь. Аминь. Я хотел помолиться. Искам да се помоля. Сегодня день встречи с Иисусом. И денят я верю на встречата с Иисус. Вярвам что Господь това, здесь, Он с нами. Че Господь и с нас. Я благодарен, что наш Бог и, съм благодарен, и наш че Спаситель Бог, здесь. Нашия Спаситель тук. И можем слышать Его. И можем да го чуваме. Через Его Слово. Через Неговите думи. Принимать это Слово в свою жизнь. Да приемаме тези думи в свой живот. Доверять Ему. Да Му доверяваме. Идти за Ним. И да го следваме. Быть ему свидетелем. Да будем свидетелем в этом него, мире. В този свет. До скончания века. До края. И верить. И да вярваме. Что мы с ним встретимся. Че ще се срещнем с него. В царство его. В неговото царство. Где не будет плача. Където няма да има плач. Где не будет слез. Няма да има слези. Где будет радость. Където ще има радост. От этой встречи. От тази среща. И у нас примет. И той ще ни приеме. Как своих детей. Като своите деца. Аминь. Аминь. Спасибо.